Большая пробка образовалась на проспекте Мира от остановки Компи до остановки 7-й комплекс. Ее причиной стало массовое ДТП, в котором приняли участие 4 легковых автомобиля и 1 грузовик. Одной из машин оказалась карета скорой помощи. Обошлось без пострадавших. Оделались легким испугом, говорят автолюбители. При столкновении большая часть удара пришлась на Ладу Гранту. По словам собственника, она не подлежит восстановлению. Тут все ушло. Кузов ушел, крыша ушла, лонжероны ушли, балка ушла. Морда в хламе. С остановки выезжала Гранта. Она, получается, подрезала Мерсик. Мерсик дал налево. Как я понял, подрезая Хюндай. Хюндай затормозил. Затормозил я. Мазай всех догнал. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции. Детали произошедшего еще выясняются. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ.